Так, выдвинуть служебный мост. Всем привет, дорогие друзья, с вами Серч. И я продолжаю играть в Doom 3. В Doom 3 продолжаю играть, и тут начался просто адовый кошмар. Кошмар адовый начался. Отсюда вылетал какой-то демон, он вселился в этого бедолагу. Мне пришлось его пристрелить, расчленить и пойти дальше. Я иду дальше, и все пока нормально. Пока все нормально. Пока все хорошо, мне нужно добраться до КПП. КПП, КПП. Быстрее, двери закрываются при выходе из вагона, не забывайте свои вещи. Хорошо, я все понял. Что ты у меня? Кресло, что ты дергаешься? Так, пока все нормально. What the fuck? What the hell? What the fuck? What the hell? Что происходит? Так, по-моему, все нормально. Что я переживаю? Так, я сейчас буду бегать на Марсе. Побежали. Командиры отрядов, доложите обстановку. What the fuck? Что-то тут не так. Опа. Сейчас какая-нибудь хрень меня встретит. What the fuck? Воу! Да сдохни! Чуваки, вы так мило смотритесь вместе. Так, ладушки, не будем отвлекаться, мне нужно добраться до КПП. Так, подобрали аптечку, все нормально. Да-да, отходим. А куда отходим? Куда отходим, зачем? Повсюду кровь! Куча крови! Куча кишков, кишки на стенах, кровь! О-о-о-о-о-о! Дебил! Дебил, так ведь и напугать можно. Вот я поражаюсь, а, дебилом. Да прыгай ты, дурак! Так. Чё за хрень? Чё за кнопочка? Да сдохни ты. Hello. А куда мне идти? О! What the hell? А я чё, я могу чё увидеть? Я же ни хрена не вижу. А некоторые пульт управления позволяют манипулировать различными устройствами. Так, выдвинуть служебный мост. Нахер. Всем отрядам, говорит штаб десанта. Направляйтесь в штаб и ждите дальнейших приказаний. Мост мне запили! Ну, сразу бы так. Просто красавец. Опа! Ух ты, идиот! На, получай! Получай, ублюдок! Ой, он еще не сдох! Так, о! В кого стрелять-то? Я не знал, в кого стрелять, но я просто стрелял. Мало ли, попал бы. Да ты хренов засранец, умри! Так, все нормально. Все пока окей, пока все окей. Я нашел патроны. Кусок брони! Да я прямо инженер из Warface. What the hell? Че за прикол? Так, туда я не могу пройти. Почему? Потому что нажмите для сканирования. Нет прав доступа. Понятно, меня просто развели. Просто разводят! Ты куда ползешь, дебил? А ну обратно! Давай! Ублюдок. Так, мне что, вы мне предлагаете туда, что ли, ползти? Нет, так не пойдет. Так, я что-то подобрал. Я подобрал броню. Еще что-то взял. Загрузка данного КПК. Фрэнк Делажью. Уровень доступа обновлен. А, я, короче, сейчас мог. What the hell? Опа. Кому помочь-то? Ой, блин, спасибо, я тебя убил. Чувак, пардон, я думал, ты зомби. Вот так вот это бывает. Вот так вот это бывает с нормальными людьми. Их просто к херам убивают. Нахер. Фу, блин, напугался. А чё напугался-то? Там просто какой-то адовый кошмар происходит у ребяток. У ребяток адовый кошмар просто. Воу, это было прикольно. Патроны. Броня, броня. Что происходит? Что такое? Где? А что за звуки? Какие-то странные звуки сейчас были. Ой, 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 я не буду смотреть. А! Как,
Какого? Какого хрена? Какого хрена? Мать твою. А ты что, в меня стреляешь? Да ты дебил, что ли? Ска. Откуда вас столько понабралось-то, ублюдки? Так, стой, 75 хипов. Слушай, я попаду вообще, нет? Давай, в башку. Ой-ой-ой. Слушайте, у него дробовик. Все, я его закокошил. У меня 65 хипов осталось. Ну все, ска. Всем хана, просто всем от... Всем просто ж... Все, у меня дробовик, что вы хотели, а? Сканирование включено? Анализ данных? Кто? Откуда? А! Умри, умри. Ска. Получай. Так, ты отсюда вылез, пули к дробовику. Монитор включен, сигнал стабилен, валим! О, да! Я просто, я сейчас получил кучу запаса, сделать инъекции. О! Так. Что за нахер? What the fucking shit? Я не знаю, что это за херня произошла, но было очень страшно. А! Какие перезарядки? Ты чё шутишь? Загандошил. Так, вот теперь можно перезарядиться. Так, а чё, куда мне идти-то? Hello. Какой фонарик? Фонарик, оружие достань. Какие кулаки, дебил? Какой пистолет? Хедшот, мазафакер. Там что, кто-то сзади шел? Ой. Ой, по-моему, я зря спрыгнул вниз. Или не зря. Да ладно, блин, мне сейчас придется назад идти. Получается, что да, я зря спрыгнул. Так, ладушки. Опа, там что-то есть. Опа, я не могу подобрать. Печалька. Так, валим. Все хорошо. Не стоит паниковать. Не стоит паниковать раньше времени! Все нормально. Так, погнали. А куда погнали, я не знаю. Просто погнали. Hello. Кого ты там прикроешь? Себя прикрой. Ты трусы даже свои прикрыть не можешь. Так, это кислота. В нее можно вставать? Давай. Откроем ротик. Ам. Так, все нормально. Тут не... какой лут я нашел. Дебил! Придурок! Да ладно, вас двое! Это было неожиданно. Неожиданный поворот событий. Вы что хотите, дураки, что ли? Так, куда идти? Куда идти? Я запутался. Мне нужно по-прежнему... попасть в контрольно-пропускной пункт какой-то там или что-то. КПК, короче, какой-то. КПП! КПП! Контрольно-пропускной пункт! Пулик... Мимо. Лох. Снова лох. А я не лох. А я попал, и я убил. Я красавчик, я не педофил. Хе, шутка юмора просто the best. На-на! На-на! Наск-на-на! Или как там? Наскск на наскск. Так, чё, дверь? Open! Open the... Кто это сказал? Опа! Общий доступ открыто. Окей. Так, тут ничего интересного нету. Ой, зачем я это сделал? Так, эти... А, это вот куда мне... Это я типа сюда хотел сразу пройти. Хорошо. Hello! Ух ты, мать твою! Умри! Вот скот, а! Как он меня напугал, да? Но ничего. Я на кон... Какого хрена? Безногий дебил! Да ладно, что, шутишь, что ли? Не надо? Ну ладно, не надо, не буду. Чувак, с тобой что? По баклану тебе. Патрончики я нашел чей-то КПК, Гранд Бастон. Не, чуваки, у меня нет времени читать. О! Складской шкаф.
А теперь есть время почитать. Так, Гранд Бестон. Бестон. 134981. Нет, это, по-моему, не то. Личный номер. 2781. Ну, давай попробуем. Давай попробуем. А, слушайте. Да ну что за херня? Что за подстава, а? Тут постоянно какие-то левые шкафчики попадаются. О, здесь был чувак, который... Мать твою! А что он там делал? Эй, я хочу туда попасть. Так, что у нас здесь? Всем отрядам. Сержант Келли на связи. Привет. Мы не знаем, кто напал на нас. Вот это! Противник неопознан. Дебил! Прорывайтесь к штабу и занимайте там оборону. Руки! Сейчас. Тело! Держаться. Ноги! Позвоночник? Какого ж хрена ты оттуда вылез, дебил? А я ведь и не признал, что он оттуда может вылезти. О, слушайте. Да-да-да-да, сколько вас мудаков здесь? А, вот где-то здесь, короче, стоял чувак, с которым я разговаривал, и я очень искренне надеялся, что он остался в живых. Оп. На связи команда Браво. У нас один убитый и несколько раненых. Мы на подходе. Требуется медицинская помощь. Так, судя по следам, он не остался в живых. Печально. Что за херня вообще происходит? Так, доступ открыт. What the hell? Почему там доступ закрыт? Вы что, шутите? Так, ладушки, а ладушки, мы были у бабушки. Ой, это тот хрен, который мне... Да ты шутишь, что ли? Это тот хрен, который выдавал мне оружие. О, слушайте, я, получается, сейчас смогу открыть себе ящик и взять нормальное оружие. Или нет? КПП охрана. What the fuck? Что за хреновина сейчас наверх залезла? Вы видели? Я видел. Так, эта хреновина, наверное, сейчас меня встретит здесь. Hello. А! Как ты вообще у меня попал, ублюдок? Ой, 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 лагает. Ой, что-то лагает. Что-то лагает, сука, умри! Умри, сука, что-то лагает-то, я не понимаю. Нихера, 8 FPS. Вы что, шутите? 30 FPS. 50 FPS. 70. Это что, прикол? Странно. Весьма странно. Ладно, я разберусь с этим позже. Hello. А, вернитесь на КПП. Задание выполнено. Я просто лучший. Я выполнил квест. Где мой ОЭКС? А вот и опыт. Да умри ты, скот позорный. Всем отрядам. Сержант Келли на связи. Вступайте к штабу и ждите дальнейших указаний. Хорошо. Дайте мне только оружие, пожалуйста. Оружие мне дески! Ублюдок. Вот ведь зажопил, а? Вот оно мне сейчас как нельзя кстати. Дебил! Так, уровень 2, Марс Сити. Hello, мы поедем с тобой, чувак. Игра сохранена. Всем десантным отрядам. На связи сержант Келли. Я не могу добраться до Марс-Сити. Отправляйтесь в штаб десанта для перегруппировки и ждите дальнейших приказаний. Вернитесь в узел связи десанта. Хорошо. Вернитесь в узел связи десанта и получите ориентировку от сержанта Келли. Ориентировка. Ёпты, дебилы. Кого ты там прикроешь? Иди, блин, я не знаю. Себя прикрой, голый ходишь, придурок. Это ты меня, сука, прикрыть собрался, да? Чё тут у нас с тебя? Патрон к пистолету не очень-то и надо. Ну ладно. Рука, надеюсь, не сержанта Келли. Опа. О, спасибо, чувак. Ты просто лучший. Надеюсь, ты меня не сожрёшь. Как волна по всей базе, и люди стали меняться. Это так страшно.
был тут. Работал в вентиляционной шахте. Не знаю, как мне удалось выжить. Приведи помощь. Пожалуйста. Не вопрос. Будь сделано! Нет! Никуда я не пойду. Тут безопаснее всего. А я вроде тебя не звал, ты что, дурак? Никуда не пойду. Да я тебя не зову. Безопаснее всего. Ты что? Поторопитесь, приведи помощь. Я тут с ума сойду от страха. Никуда не пойду. Тут безопаснее всего. Ну хорошо, сиди, я тебя что не заставляю? Я тебя не заставляю, ёпта. Все время путаю кнопку присесть и выстрел, а? Ну, в смысле, Ctrl это вообще... Я не знаю, что там такое. Надеюсь, тебя там не сожрут сейчас, пока я тут буду ходить. Потому что было бы очень весьма печально. О, бронежилет. Hello. А, это трубы рванули. Неплохо, неплохо. Опа. Идиот. О, это хрен, который разговаривал. Что-то там, короче, где-то. Маркус Стентон. Ладно, не будем отвлекаться. О, аккуратней ты чё, ёпта. Стул. А, стоп, а почему я его бросить не могу? Мог, смог. Так. Да какого хрена вы чё? Почему у меня все время с этими солдатами лагает? Надо в натуре что-то делать. Ладно, я что-нибудь сделаю. Да с... Так, больше... Вас больше... О, вот это класс! Вот это вообще тема, ребята. Ребята, это тема. Смотри, да? Смотри. У-у-у. Крутяк. 6 патронов. Просто the best. Карта ЦО. Кто там? Кого ты там прикроешь, дурак? Понятно, короче. А, новое задание! Ёпти! Какое новое задание? Найдите электронный ключ ЦО для прохода. Я так полагаю, мне где-то вот там надо будет найти сейчас. Hello! Hello! Ты дурак, что ли, вообще безмозглый? Что он делает? Опа! Я нашел ключ. Ну давай, прикрой. Штаб, на связи главный сержант Винсен. Мой отряд перебит, все мертвы. Я ничего не вижу. Такие будут приказы. Винсен, это сержант Келли. А, патроны, патроны, патроны. А, нет, все нормально, все нормально. Мы отыщем тебя. Ах ты ж. Два патрона. Все, патронов больше нету. Весьма печалька. Так. Ну чё, хрена... Опа. Опа. Ты чё, ты типа хороший? Чувак, я хочу с тобой встретиться. Но в следующий раз. Потому что мне... What the fuck, дверь? Да вы чё, блин, со всех сторон-то? Так нечестно, я один, а вас много. Ой, тебя раскрамш... Детям до 18 нельзя смотреть. А детям после 18 можно. О, тут чувак вообще без башки. Как ему только живется. Без головы-то. О, бронежилет. Вообще ок. Который я не могу взять. Просто the best. What the fucking shit? Чё ты живучий хрен? Чувак, у тебя пукан бомбит. Он, короче, шел от меня и просто встал. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. О, what the fuck? What the fucking? О, на. Чё за хрень? Блин, лагает. Лагает. Лагает, я ни хрена не понимаю.
Че это за толстожопый придурок? Чувак, тебе норм? Ты какой-то толстый. Вау, вот это тебя херануло. Не по-детски. Не по-детски, не по-детски. Пули к дробовику. Так, что-то у меня... Что тут? Ни хрена тут нету. А здесь... Меня вот этот монитор вообще пугает постоянно. Инъекция сделать. Сделали. Погнали. Что у нас здесь? Ой-ой-ой. Так, больше не буду стрелять, чтобы не пугаться. Шкаф закрыт. Слушайте, а может просто 017? Неверный код. Нажми еще одну. Ладно, давай 911 попробуем. А что, нельзя? Ск! Засранцы, а. Так, перезаряжаем и... Чё за хрен? Чё это за... Ой-ой-ой, лагает! Да что за херня? Придурки, у меня за вас лагает! Ну, я разберусь с вами, отвечаю. Следующая серия лагать не будет, ребят, стопроц. Стопроц! Вот прям зуб даю. О, могу ногу дать. Или руки, или позвоночник. Что угодно. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Ни хрена у нас здесь нету, поэтому надо драпать к херам. Че это? Кто это? Опять толстожопый! Нет, это не толстожопый был. Так, стоп. Я что-то молясь это, короче. Куда мне идти-то? Вернитесь в узел связи десанта и получите ориентировку от сержанта Келли. Ой, явно... Понятно, в общем, где враги, туда и иди. Оп. Хедшот, бич! Ой. Видеовызов? Ты мне намекаешь, чтобы я посмотрел на видеовызов? Погоди ты со своим видеовызовом. Ты не видишь, у меня тут код доступа просит, и все закрыто. К херам, просто нахер! Ладно. Ты меня уговорила. Опа, я выполнил задание. Так, слушайте, давайте я тормозну на этом моменте и продолжу в следующий раз. С вами был Серж, с вами был Хардкорный Скдомру. Ой, какой Домру. Вот это беспалевная просто реклама сейчас была моего провайдера. Ну ладно, не суть. Поступил видеовызов, ты уже достала меня! Ну так вот, поступил видеовызов, да? Че я хотел-то? Я вспомнил. Надо ответить на видеовызов. Солдат, не верится, что ты еще жив. Я жив, чувак. В Марс-Сити. Я сейчас в комплексе Дельта. Все выходы отсюда перекрыты. Устраиваю здесь командный пункт. Из администрации Дельта можно отслеживать состояние всей базы и связываться с остальными десантниками. Твоя задача — встретиться с группой Браво и отправить сигнал СОС. Иди через комплекс Альфа. Так быстрее всего. Я дам тебе все необходимые права. Молодец, солдат. Удачи тебе. Служу... UAC, или как там вас нахрен звать-то? Новое задание. Доберитесь до администрации Альфа. Встретитесь с группой Браво в комплексе Альфа. Пройдите через администрацию в лаборатории Альфа. Не вопрос. Чуваки, не вопрос. Чё, хрена с два? Хрена с два. Слушайте, в натуре хрена с два. Ладно. Чё, хрена с два и тут? Да вы чё, шутите, что ли, ска? Ск, вы чё, шутите? Хорошо. Чё у нас тут? Хрена с два! Шутите, да? Ск, хватит шутить. Вы чё, шутники, что ли, до хрена? Хорошо, ска. Сейчас дошутитесь у меня. Ска. Ск, ща... Минус. Сдохни. Опа, патроны! Мать! Да сдохнешь ты, ублюдок! Так. Эта игра такая игра, что тут, короче, надо стабильно играть до автосохранения. Вот. Поэтому пока автосохранение не пройдет, я буду играть. Слушайте, а по-моему, я иду обратно, не? Или мне так и надо? Что-то как-то странно. Или надо? Да вы что, шутите? О, я здесь еще не был. Магазин. Я нашел магазин.
Супермаркет. Супермаркет, гипермаркет. Так, чуваки. Чуваки, я же с вами виделся уже. Тут еще этот толстожопый был придурок, которого я убил. Опа. Hello. Hello, guys. Слушайте, получается... О, бронежилет. Получается, я вообще могу тут кругами наворачивать хрен знает сколько. Патронов-то сколько, ёпта. Я не могу взять. Вот печальная досада. Досада печальная. Печальная досада. Hello. Hello, anybody? Никого дома нет? Ну ладно, раз никого дома нет, тогда я похожу. Open the... О, вот это, да. Слушайте, у вас тут так не убрано, все так грязно как-то. Вообще не ок. Так, стоп, а чё, куда? О, я отсюда пришел. Хорошо, значит, если я отсюда пришел, значит, надо отсюда уйти. Это все логично и понятно, значит, мне надо идти. Опа, приемная. Слушайте, по-моему, не сюда, или сюда, или не сюда. Я же здесь был. Чё за хрень? What the hell? Я запутался! Fucking shit. Так, хорошо. Мафак, мафак. Все окей, все alright. Я все понял, что ни хрена не понял. Я не понимаю, что мне делать. И куда мне идти? Может, мне какую-нибудь хрень надо? Опа, опа, что тут, что тут? Свет, свет, я тут был. Я был тут на свету. Может быть, мне сюда? Я здесь не был. Фандра! Да вы чё, дураки, у меня же лагает из-за вас, придурков. Какая перезарядка? Ты чё, дурак, что ли? Ни хрена. Вот это вы могёте просто, ребята. Кувырки, вся херня. Слушайте, да вы прям морпехи, ёпти. Опа. Ой, это не то. Там кто-то был? Там никого не было. Ноутбук упал. Ладно, хрен с этим ноутбуком. Так, 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 так. Что тут у нас? Заблокировано. Порнуху, наверное, че заблокировали. Опа, броня, бронюха. Так, а как мне выйти? Эй, открой. What the fucking? What the fuck? Слушайте, а как? Как мне быть-то? Магазин. Я нашел магазин. Как быть-то? Как быть? Опа-опа, что тут у нас? Нельзя подобрать. Ладно, грусть, печаль. Hello. Или я тут был? Слушайте, я тут был. Я ж только что вошел сюда. Да че за херня? Почему я кругами хожу, а? What the hell? What the hell, ребята? Я просто не понимаю, что надо делать. Ладно, давайте просто походим кругами. Я уже только что это делал. Заблокировано. К херам, даже монитор просто непробиваемый или пробиваемый. Что-то непонятно, непонятно. Его взять с собой можно? Нельзя. Так, хорошо, мне надо открыть эту дверь, судя по всему. Я так полагаю. А чё, какого хрена-то ты не работаешь, а? Ацик, неспроста, неспроста, неспроста не работает. Хорошо, хорошо, давайте, давайте попробуем пройти сюда. Но я здесь был. Сама фишка-то в том, что я здесь был. И здесь у кого-то пукан там взор... Слушайте, я прям бегаю кругами, по-моему. Я бегаю кругами при 10 FPS. Ладно, при 11. Ой! Опа. Слушайте, надо было сразу сюда идти. Опа-опа-опа. Билл Тайсон. А чё мне это? О, слушайте. О, это, короче, это самое, типа, здесь, типа, это, да? Ну, закрыта дверь. Или, ну, это, типа, короче, там, где я по видеозвонку, что ли, отвечал. Или как там это хрень называется. Куда мне сейчас-то идти? Что за хрень? Что за тупники, мать твою? Так, так, все нормально. Надо думать. Надо думать головой. Видите код доступа? Ацка. Уровень доступа. Аппаратная переработка. Вещи. Электронный ключ. А чё, как его можно использовать или нельзя? Доверитесь до администрации Альфа. Уровень доступа. Аппаратная переработка. Общий. 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 Аппаратная переработка. Слушайте, а как? Че, стоп. Как, блин, ну че с этой вещью? Я что-то, короче, туплю, да? По-моему. По-моему, я жутко туплю, просто жесть. Кодовый замок. Я чисто смею предположить, что в каком-то из вот этих прослушиваний, короче, есть кодовый замок. Но мне впадло их слушать, поэтому я слушать их не буду.
это логично. Так, ладно, не будем задерживаться. Слушайте, а давайте я вообще продолжу в следующий раз. Всем большое спасибо за внимание. С вами был Серж, с вами был Дунтри.